Всем привет, дорогие друзья! Gambit Gaming только что победили. И мы сейчас зададим пару вопросов. Вы закончили первую сторону 9-6, проигрывая, потом перешли и начали за атаку достаточно сильно, взяли аж 8 раундов подряд, но потом что-то пошло не так. Что помешало? Французы перестроились, либо это было ваше? У них был очень плохой бай, у них даже были пистолеты в основном. И случилось так, что бомба почему-то оказалась у меня под Б. Я пошел ее выбрасывать, и в этот момент не за Аркадий без Б. Я умер, и бомбу было очень трудно поднять. Вот так вот раунд отдаюсь за бомбу. Ну, я так понимаю, пауза вам помогла перебороть? С помощью паузы мы обсудили, какой раунд нам сделать, что они поменяли в своей игре, чтобы законтрить наши выходы. Потому что они по ходу игры перестроились, не поняли, что мы хотели делать изначально. И, ну, в общем, так. Как долго вы готовились к NVS? К NVS мы готовились не очень много, но это в основном дело наш тренер, его задача. Нам просто рассказывает перед игрой, за день до игры. Вот вчера мы собирались вместе, он нам рассказывал, чего ожидать, какие привычки игроков. По поводу прошлой игры с Астралис. Вы достаточно, в принципе, неплохо играли, но вам как будто бы не везло. То девайс просто раздал невероятные фраги с дигла, то еще что-то. Там были факторы невезения, особенно в плане оставшегося здоровья. Там в клатчах были моменты, один на один даур остался и один хп остался у игрока Астралис. У меня были моменты, когда я оставлял 5 хп по много раз. Но в основном, если честно, то я сыграл ужасно эту игру. Не знаю почему. Возможно, нервничал. Ну, бывают такие дни, когда немножко не везет. А следующий соперник будет, опять же, либо Астралис, либо CLG. Как ты думаешь, кто же вам попадется? Ну, я надеюсь, что попадется CLG. Так и должно случиться. Есть, конечно, маленький шанс, что Астралис не воспримет CLG всерьез и отдадут им игру. Тогда будет обидно. Но я все-таки надеюсь, что Астралис будет играть свою игру и справиться с ней. И такое, не знаю, может, предсказание. Как ты думаешь, если все-таки вам попадут CLG, на каких картах вы сыграете? Не говори мне, какие вы будете чергать, но, может быть, просто так. Как ты думаешь, что, скорее всего, эти останутся? Все зависит от, опять-таки, домашней работы нашего тренера. Пока понятно, что мы не будем раскрывать, да? И не будем раскрывать, потому что я уже знаю. Хорошо. Ну, к CLG вы готовы, да? Я думаю, и к Астралис, я видела, как вы готовились целый день. Готовились, но чуть-чуть. Что-то пошло не так. Да. Ну, надеюсь, что вам в следующий раз точно так же повезет, и не только повезет, вы сильно сыграете и не будете делать ошибки, и возьмете 16-й раунд. Насколько я видела, некоторые игры вам как раз таки не везло иногда в 16-м раунде. С 16-м раундом. Мы расслабляемся, или, не знаю, или все соперники почему-то перестраиваются на 16-й раунд внезапно для нас. Ну, надеюсь, что в будущем будет все хорошо. Спасибо. Удачи вам в следующем матче. Спасибо за интервью. Всем пока. Пока.